Канале рыболов-копатель. Всем доброго времени. Прибыли на коп. Кукурузное поле убрано, лесочек. Двигаемся к нему. Ребята вот в прошлый раз были, назвонили крупный сигнал, всякие вот побрякушки, воронка, лопата, газбак вбитый, от фар, от прожекторов каких-то дела. Двигаемся по полю. Так, в принципе, позванивает. Еще надпись на канистре, он видно. Позванивает, сигнальчики есть, сейчас будем бродить. Не переключаемся. Выскочил на поле. Сигнал. И магазин. Так, фокусируйся. Это от гевера, похоже. С Петросами еще. О, пружина сгнила внутри. Еще манерочка рядом в котлету замятая. Печально. Трактора тут ездили по ней 75 лет. Вновь сигнал. Какой-то уголок алюминиевый торчит. И вот здесь продолжение. Сейчас буду выкапывать. Кто вырыл вот такой котлованчик. Уже все достал. И вот что у нас оказалось. Куча запчастей. Потом сам корпус. Я так понимаю, радиостанция. Ну, конечно, вся убитая. Но тем не менее, заберу на запчасти. Может, кому будет интересно. Детальки какие-нибудь. Сигнальчики вот были, находочки, монтанка, десяточка, пуговка, монтана зализанная. Они в принципе всегда такие. У Лени тоже там серебрушечка какая-то, но попозже снимем, покажем. Фенингов.
даже не убитые, удивительно. Так, Владоса батя нашел вон балберу какую. Все работает, сказал, будет дома ставить сантехнику новую. Резиночки-то вот, манжеточки всякие, все. Пакля, шмакля. Здесь, а, ну все работает, смотри, все закручивает, откручивает. Так, пробочка. 37-го года 5 копеек. Вот здесь что-то непонятное, да? Что это такое? Медицина какая-то? Не хватали это самое. Замяли просто, когда откручили, закручивали. Ну, типа этим газовым ключом. Эх, погодка у нас стоит, а? Да. 11-е, да, сегодня января, или что, какое? Есть куда положить? Да, есть. Я здесь. 11 января. Плюс 10, наверное. Ветер, правда. Так, нормально. Я вот тут линию взял, хожу. В лесок перешли. Глубокий сигнал. Пару ремней. Пока вижу, там что-то крупное вроде. Буду извлекать. Копал-копал зря. Трос оказался. Хотя при чем тут ремешки, не ясно. Что-то хорошо так звонило. Вытащил. Кожа какая-то с креплениями. Кто понял, от чего, напишите, подскажите. Что это за... сумка или что это было? Вот в таких условиях вот копаем. Эти самые, да я не знаю, это может даже уже более. Владоса батя он. У нас были такие овальные. Фильтр такой выкопал. Такие вытянутые овальные. Это может даже современные. Стремени. Да не, не современные. Может для лошади были же у них там маски. Вот Ленина монетка. Польский орел вроде. Подлопнуло. Ну все, друзья, заканчиваем коп на сегодня. Маленько побродили, развеялись. Спасибо всем, кто смотрел. Все, до новых встреч. Леня ушел туда, на дорогу уже. Там его подберем. Ну все, всем счастливо.